Итак, на календаре вторник, 30 июля. На термометре пока 20 градусов тепла. Днем синоптики обещают нам 26 градусов со знаком плюс и сухую, ясную и малооблачную погоду. И вот облака уже появляются на петербургском небосклоне. Ветер дует восточной скоростью 2-3 метра в секунду, и он начинает ощущаться. Давление сегодня в норме. 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Магнитное поле Земли сегодня совершенно спокойное. Более того, погода сегодня благоприятствует метеозависимым людям и не должна сказаться никак на их самочувствие, что очень даже хорошо. Самая жаркая погода плюс 32 градуса была в Петербурге в 1932 году, а самая холодная плюс 7, а было и такое в 1900. Напоминаю, сегодня вторник, 30 июля. Утром плюс 20, а днем 26 градусов со знаком плюс. Легкий восточный ветерок, который будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду. Легкие облака, но осадков не ожидается, поэтому зонтики можно смело оставлять дома и выходить в день с хорошим настроением. Татьяна.